Хватит уже маяться от скуки. Съездим МДМС оригинальным способом. Подружиться с волосатыми монстриками и поиграть в необычную настольную игру. Сегодня мы расскажем, как перестать скучать и сделать свою жизнь ярче и интереснее. И для начала удивим подругу с помощью обычного фотоснимка. Для этого нужно лишь провести небольшую фотосессию и пощелкать ее с разных ракурсов. Распечатываем портретные снимки. Для большей четкости изображений выбираем черно-белую печать. Отбираем самое удачное фото. Берем кусок пластика, подходящего по размеру. Кладем его на снимок. Теперь нам понадобится черный маркер. Важно, чтобы он был перманентным. Переводим контуры рисунка на стекло. Раскрашиваем рисунок в яркие тона. Волосы делаем ярко-желтыми, брови синими, а губы кислотно-красными. Кожу лица украшаем оранжевыми точками. Портрет получается ярким и очень современным. Подкладываем под пластик цветную бумагу и помещаем в рамочку. Подруга будет в приятном удивлении. Портрет получился просто невероятным. Для этого лайфхака нам понадобятся нитки для вязания. Наматываем нитки на ладонь, перевязываем, снимаем с ладони и разрезаем. Получился не очень пышный, но длинноволосый помпон. Далее берем три маленькие свечки и термопистолет. Склеиваем металлические подсвечники друг с другом. Крепим помпон на подставку из свечек. Используем горячий пистолет. Приклеиваем бегающие глазки, носик и спиральные рожки. Делаем несколько цветных монстриков. Твои новые мохнатые друзья не только спасут тебя от скуки, но и поднимут настроение своим забавным видом. А для следующего лайфхака нам понадобится палочка для мороженого и две ленты. Привязываем ленточки по краям палочки. Выкладываем на нее M&M's. Цепляем концы лент за уши и тянем палочку вверх. Задание – подтянуть палочку ко рту и не растерять по дороге конфетки. Прокачай умение держать баланс и заодно угости себя вкусняшкой. Это не так просто, как кажется, но очень забавно. А для следующего лайфхака нам понадобится бумага и горсточка фисташковой скорлупы. Раскрашиваем скорлупки в яркие цвета, оставляем до полного высыхания. Рисуем на бумаге черный ствол дерева. Прорисовываем изящные веточки. Берем раскрашенную скорлупу, рассаживаем фисташки по дереву. Капиллярной ручкой рисуем глазки, клюв, хвостик и крыло. Особых художественных навыков тебе не потребуется. Детали рисуются очень схематично. И вот уже на дереве сидит целая стайка болтливых птичек. Как будто кто-то рассыпал целую пачку ярких M&M's. А теперь покажем, как кучку старых ненужных вещей превратить в шедевр современного искусства. В крышку от картонной коробки помещаем пластиковую палитру. В ячейке для краски крепим два декоративных стеклышка. Используем горячий пистолет. Украшаем фурнитурой для бижутерии. Используем старые дверные петли, порванные наушники и неработающий колокольчик. Размещаем предметы, чтобы получился образ совы. Выкладываем пуговицы, пару металлических деталей и даже несколько костей домино. Ты также можешь использовать и другие мелкие предметы. В ход идут скрепки и даже обрывки бумажной салфетки. Крепим кусочки бумаги вместо перышек. Закрашиваем инсталляцию краской из баллончика. Получилась совушка в стиле стимпанк. Даже к старому мусору можно найти креативный подход. Смотрится очень оригинально. Для следующей идеи нам понадобится цветная бумага. Разрезаем листы на квадраты. Складываем листок по диагоналям. Тщательно проглаживаем. Затем складываем вдвое. Загибаем углы к центру. Складываем пополам. По намеченным линиям загибаем хвостик листика внутрь.
проделываем те же действия с остальными квадратиками. В заготовку синего цвета вставляем желтый листочек. Загибаем уголки. По такому принципу соединяем листики между собой. Получается вот такой бублик. Сдвигаем стороны круга навстречу, и бублик превращается в разноцветное солнышко. Правда же здорово? Очень необычно, а главное, очень просто. Заскучала вместе с подругой? Поделимся идеей двойного веселья. Нам понадобится картон и широкие резинки. Крепим резинки к куску картона. Используем горячий пистолет. Делаем две такие доски с резинками. Обуваем картонные лыжи на ноги. И отправляемся в лыжный тур по квартире. Забавное развлечение покажет, готовы ли вы работать в связке и двигаться синхронно. Будет очень весело. А теперь нам понадобится квадрат цветной бумаги. Загибаем углы к середине. Загибаем уголки еще разок. Проглаживаем. Складываем пополам. Выгибаем края наружу. Получился бумажный самолет. Делаем много разноцветных самолетиков. В листе картона проделываем отверстия разных диаметров. Берем самолетики и становимся на старт. Запускаем самолеты через окошки в картоне. Выиграет тот, кто окажется самым метким и проведет свои лайнеры через все препятствия. А для следующей веселой игры нам понадобится 5 канцелярских резинок. 4 из них разрезаем и привязываем на пятую целую резинку. Готово. Зовем подругу поиграть и подготовим для игры бумажные стаканчики. Цель игры – построить из стаканчиков пирамиду. И результат зависит только от вас двоих. Стаканы очень легкие, и одно неловкое движение может запросто все испортить. Пирамидка готова. Ура! У нас все получилось. А у тебя? А для еще одного лайфхака для борьбы со скукой нам понадобится краска и одноразовые шприцы. Для удобства выдавливаем краски в палитру. Набираем в шприц. Наводим на бумаге легкий контур и повторяем его краской. Слегка придавливая поршень, рисуем яркие круги. Раскрашиваем рисунок желтой краской. Нестандартный вид творчества точно избавит от скуки. Для следующего лайфхака подготовим краски и гладкие камни. Кусочком поролона покрываем камешек белилами. Тонкой кистью рисуем глазки, клюв и оперение совушки. Красим глаза в синий. Делаем желтый клюв и подчеркиваем мудрость глаз белой краской. Рисуем цветные перышки. Делаем несколько разноцветных совушек. Ну какие же они милахи! И рисуют совсем просто. Для еще одной нескучной игры нам понадобятся деревянные палочки и шпажки. Ломаем их на мелкие кусочки. Подготовим рамку для фотографии. Горячим пистолетом крепим 3 палочки к рамке. Затем приклеиваем к рамке кусочки шпажки. Стараемся расположить их в шахматном порядке. Теперь нам понадобятся фишки с очками. Раскладываем их по деревянным ячейкам. Накрываем рамку пластиком. Закрепляем с помощью термоклея. Украшаем пластик декоративным скотчем. Вместо игровых фишек используем помпоны. Переворачиваем рамку и по очереди запускаем в нее помпоны. Шарики скатываются вниз по дорожкам из палочек и попадают в ячейку с баллами. Задача набрать как можно больше очков. Обязательно попробуй, тебе должно понравиться. Для следующего лайфхака нам понадобятся листы цветной бумаги. Вырезаем из бумаги вот такие завитушки. Соединяем бумажные крючки друг с другом. Должна получиться такая разноцветная осьминожка. Переворачиваем и кладем в серединку печенье Орео. Поочередно соединяем края завитков.
получилась милая оригами-коробочка с любимой вкусняшкой. Сладкий подарок в самодельной коробочке смотрится очень мило. Стоит почаще радовать друзей маленькими сюрпризами. Понравились наши нескучные лайфхаки? Интересно, какой из них выберешь ты? Напиши об этом в комментарии под роликом. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить все самое лучшее и интересное от Трум-Трум Селект.